В середине ноября отмечается Всемирный день доброты. Важная дата, напоминающая, как важно быть добрее друг к другу и протягивать руку помощи тем, кто в этом особенно нуждается. Активное участие в благотворительных акциях принимает муниципальный депутат Владислав Рымша. Волонтерством он занимается уже давно. Под попечительством Владислава Рымши много лет находится видновский детский сад «Ромашка». Именно с него началась благотворительная деятельность. На сегодняшний момент действительно мы взаимодействуем с многими общественными организациями. Это и общество инвалидов, это и пятая школа наша городская, и общество узников Ленинского городского округа. Большое внимание депутат уделяет обществу инвалидов. Появились люди, кому оказывается адресная помощь и поддержка. Есть у нас, да, из общества инвалидов две семьи, которые обращались ко мне с личной просьбой. Это семья Варламова, которая в свое время попросила им приобрести абонемент в фитнес-клуб для занятий спортом. Вот. И буквально на днях была тоже встреча с обществом инвалидов, где еще одна семья вышла с подобной просьбой. Вот. По мере возможности мы, конечно, помогаем. Мы не волшебники, вот. Но если есть такая возможность, естественно, мы помогаем. Владислав признается, помощь жителям города приносит ему большую радость. Приятно, когда можно оказать помощь тому, кто в этом нуждается. Это, наверное, должно идти от чистого сердца, от души. И если есть такое желание, то не надо его стесняться. Надо искать тех людей, которым вы можете помочь. Так, в общем-то, может, и искать не нужно, они сами вас найдут. Давайте делать добрые дела и помогать друг другу. Это необходимо каждому из нас.